Krasnitsky, Mikhail Leonidovich. Еврей? Еврей. Ну а как ты тогда в этом своем концлагере-бежлеце уцелел в оккупацию? Я что ж, до конца жизни теперь оправдываться, что выжил? Думал, всех красивых девушек в городе уже повидал, а сам красивый, оказывается, еще нет. Лежу шустрой, ты казачок. Он на папу моего похож. Все евреи немножко похожи. Ривкин жених вернулся. Думали, сгинул на фронте, а ну вон как. Но с Арнольдом был Шедухин. Помолвка. Да все у меня в жизни теперь есть. А больше мне ничего не нужно. Боря? Борь, скажи, зачем? Скажи, зачем? Объясни! Я все понял. Я все сделал. Я обратил внимание на два убийства. По горячим следам раскрыть не удалось. Способ убийств один и тот же. Удар колющий режущим предметом в области сердца. Все эти люди служили в лагере Бельжец, в специальном охранном отделении. Да, подвел нас товарищ Гитлер. Я бы еще Житков пару лет баньку бы провожал. Красноармейские книжки. К советам предлагаешь, дикарь? А ты что предлагаешь? Тут сдохнуть. Ну а кого Господь первым в Царстве Небесное забрал? А кого? Так разбойника и забрал. Разбойника и убийцу. Твою мать. Объект из стежки готов, пошли работать. Я его понимаю. Мститель наш. Но я бы сам таких голыми руками довел. Спасибо, товарищ. А вы, капитан Смолов, оказав содействие преступнику, сорвали секретную операцию особой государственной важности. Ну вот и все, Борька. Роль последнего заду. Твои в больнице с Сонечкой плохо. Что делать? Что делать? Делать что? К сожалению, от нас уже мало что зависит. Миша, ты куда? Сонечка, все. Она встанет. Значит, не принял меня. Как и ваш не принял. А может, это не он был? А кто? А кто тогда?